проведем небольшую пешеходную экскурсию по Вологде. Ну, по всей Вологде, конечно, не получится. Мы от Кремлевской площади пройдем к месту основания Вологды, то есть познакомимся с верхним посадом, расскажем о том, как Вологда была основана, о деревянных домах наших поговорим. Когда я приехала в Вологду, я сразу видела красивый, очень-очень прям красивый город. Он просто мне сразу бросился в глаза, и я поняла то, что он мне как родной. Мне тут все понравилось, все места невероятно красивые, каждое место по-своему красивое. Колокольня, самое высокое здание в вашем городе, мне достаточно понравилось. Ступеньки, конечно, до конца не досчитали, но в целом понравилось. Вид красивый, очень много у вас колоколен, других соборов. В целом красиво. Архитектура города и резной палисад. Мне очень понравились сооружения, все церкви, храмы. Очень красиво это все выглядит. И какой-то особый шарм придает городу. Мы были в ДНК-центре. Там очень интересные лекции нам рассказывают. Мы все слушаем, играли в игры. У нас были уже и дискотеки, конкурсы, спортом занимаемся. Все очень интересно, мне нравится.